Я завещаю своему сыну, а до его совершеннолетия всем может распоряжаться его мать, Корнеева Татьяна Николаевна. Ну, в случае ее отсутствия или смерти, я Картуша, приказчик Олега. Какому еще сыну? Алиса единственный ребенок Олега. На момент смерти Петровского Корнеева Татьяна Николаевна была на 4-м месяце беременности. УЗИ показало, что она ожидает мальчика. Татьяна убийца. Ее ищет полиция. Ну, это еще нужно доказать. Тем более, что к завещанию это имеет никакого отношения. Наследник Олега его сын, а не Татьяна Корнеева. Это какой-то бред. Мы обжалуем это завещание в суде. Ну, это ваше право.